Всем привет, дорогие друзья, с вами Жук. И как вы могли заметить, я в железных штанах и в железных поножах. Я из того железа, как в прошлой серии я добыл железо. Да, в шахте был. Вот, и пережарил печки и сделал себе штаны с ботинками. Еще я добыл три шерсти. Тигрёванные три шерсти. Я за ними очень долго гонялся, бегал, меня убивали. Так, ну у меня осталось всего два железа. Мне хватит на меч. Палочку одну. Так, это у нас третья серия, да? По LP Mystery. Железный меч. Наконец-то. Так, и давайте скрафтим себе кровать. Та-да-да-да-да. И давай. И есть. Кровать готова. Так, ставим. Ставься. Чего не ставишься? Ставить можно только ночью. Извините, я приболел маленько. Так. Чем бы в этой серии нам заняться? В прошлом мы были в шахте. Давайте сделаем побольше дом наш. Тут такой маленький домик. У нас откуда-то две слизи. А что вот из этого, вот я не понимаю, что из этого можно сделать? 5, 6 урона стало, 5. А если 2 таких? А из этого, если это, то получится 7 урона. Вот это да. Вот это да. Я ставлю на паузу. Так, я продолжаю. Эта серия у меня получится короткая, потому что мне надо будет скоро уходить. Очень короткая. Еще минут 5-7 и все. Так, ну давайте попробуем сделать. Хотя зачем? Из 6 урона получится 5. Хотя будет красивый меч. Давайте сделаем. Так. Так. Сюда железный меч. Сюда эссенцию. И получится лайт смолоть. Что она делает? Нет. Ничего не делает, только... О, нет, тысяча. Что это нам? Ночное зрение она дает. Она не только бьет, она и ночное зрение дает. Классно. Так, надо бы пережарить руду нашу. Так. У нас там остался же. Вот медная руда. Так, нам бы надо бы сделать. Что надо сделать? Вот такой бы. Медный сундучок. Ой. Извините. Я нечаянно. Да. Вот. Да нет, тут это. А вот это где используется? Ух, ё. А в чём маленький ТНТ? Как его делать? Из 4 урона? Кварцевая пыль еще вот тут нужна по бокам. Нам бы дробитель делать. Ну а для этого надо деви. Вот как? Да блин. Как делать автоматический верстак? Так. Забираем шляпки.
сундучок из медных слитков. Тут надо пару. Только у него полосочки такой же нет. Так. Что поделать? А вот из этого что можно делать? Ульцепс. Таумитр. Два железа. Осколки огня, осколок земли, воздух. Так. Ну, мне надо уже уходить. Серия, в общем, вообще короткая получилась. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был Жук. Всем удачи, всем. Покеда. Пока-пока.